Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Група підтримки онлайн. Привіт, Казахстану. Очень волнительно, так как смотрит весь Казахстан, мои друзья, родители. Надеюсь, что они повернутся. Хоть один. Хочу кайфануть. Димаш, давай! Давай, Димаш! Удачи! Ого! Ого! Я люблю тебя. Очень круто начала. Красивая, Оля. Высокая, худая. Как я. Вітаємо я вас. Почула з перших нот, що це абсолютно унікальний хлопець. Гадалка працює. Я нікому тебе не віддам. Я тебе нікому не віддам. Ти фантастичний. Ти фантастичний. Ти прекрасний. Ти прекрасний. Ти талановитий. Талановитий. Оля и Ело. Можно, пока девчонки не разогнали. Как тебя звать? Да, хотя бы для начала. Спасибо, девочки. Меня зовут Димаш Даулетов. Я... З Казахстана. Прекрасна країна. А звідки саме з Казахстана? Город Алматы. Ой, клас. Я в Алматы дуже багато разів був. Сподіваюсь, наступного року приїдем з концертами, з туром. Приїжджайте в Алмату. Обов'язково приїдемо. І за яблуками, і за гарними талантами. Скажи, где ти учився так петь? Жизнь научила. Клас. Я пою з дитинства, 6 лет. Выступал так, на маленьких сценах. Но случилось так, чтобы там родители сказали, может, передумаешь. И вот я пошел в колледж на другую профессию, машинист, экскаватор и бульдозер. После чего я работал по этой профессии экскаваторщиком 4 года. Ну, продолжал петь, не останавливался. Проект «Голос» для меня даст возможность показать себя и стать известным певцом
в мире. Нескромный вопрос. Сколько тебе лет? Мне 27. 27? Да. Ты выглядишь прекрасно. Спасибо. Я не знаю. В принципе, 27 років не можно прекрасно выглядеть. Я готов переключиться в эту команду, прям посмотреть, до чего ты дойдешь, Оля. Как ты, насколько ты паренька-то? Я на самом деле, правда, я очень впечатлена твоим талантом. 27? Да, ну круто. Боже, как ты выглядишь. Ребят, круто. Пока ребята разговаривают. Я думала, моложе. Я думала, лет 20. Украинский голос. Да, кстати, почему украинский голос? Я уже несколько лет наблюдаю, так. Смотрю, не пропуская ни один сезон. Ага. Смотрел, болел за нашими земляками тоже. Класс. Индира Ильбаева. За Ерланом, да? Да. Ерлан Байбазар. Байбазар. Диляра Дидаркызы. Да. Такая она красивая, боже. И вообще Казахстан певучая, конечно, нация. Обожаем, да, здесь представителей Казахстана. Очень талантливая. Спасибо. Вы подходите на голос, вы пройдете далеко. Неважно, в какой команде. Ну, тут важен тренер. Тут все с разными стилями. Но это все зависит сейчас от вас. Ну, давай, делай свой правильный выбор. Спасибо большое. Посчастлив кого-нибудь. Я не ожидал, что все четверо тренера повернутся. Правда, не ожидал? Я молил, что повернулись хоть один тренер. Но спасибо вам, спасибо. Я очень волнуюсь за вами. Ничего, ничего. Не торопись. Не волнуйся. Наоборот, потяни этот момент. Давай его, давай, насладись. Я сейчас думаю, сердце подскажет ко мне. Подскажет, подскажет. Ай, как тянет интригу! Ко мне. Оля Полякова. Спасибо. Счастливым, господи, спасибо! Спасибо, спасибо большое! Спасибо. Мне кажется, это очень классное сочетание. Спасибо! Браво. Поздравляем! Браво, Олька, класс! Оля, поздравляем! Класс. Оля не верит, говорит, что... Класс. Слушай, какой классный голос! У каждого в команде такие бриллианты. Сильный хлопать, Оля. Для меня невероятно, огромная Оля, радость! Оля, здесь ты бы свечку поставила в церкви, напевно! Лучший! Радуется, как девчонка. Як мало жінці треба для щастя. Ти просто вже готовий артист. Великий, яскравий, дуже талановитий. Мені треба тільки трошечки тебе направити. І все, я зроблю все. Оля! 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 Ти посмотри, що є. Як все? За що тебе таке щастя, а? Чи який, блін! Оля, боже, я тебе поздравляю! За це ми любимо гол України! Всім дякуємо! До наступного тижня на каналі 1+1 буде ще цікавіше! Так звучить наша країна. Відкривай нову сторінку музичної історії ексклюзивно на 1+1 і Київстар ТВ. Так звучить твоя країна. Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на Київстар ТВ.